Весной 2020 года сельхозтоваропроизводителями Северского района посеяно зимых колосовых культур 19 тысяч гектар. В том числе зерно 17,5 тысяч гектар, озимой пшеницы 15,5 тысяч гектар и озимого ячменя 2 тысячи гектар. Сельхозпредприятия планируют посеять около 23 тысяч гектар яровых, ранних яровых, гороха, овса, многолетних бобовых трав. Пропашно-технических и кормовых культур посеет более 20 тысяч гектар. К ним относятся подсолнечник, кукуруза на зерно и силос, соя, кормовые. На данном поле 100 гектар мы сейчас наблюдаем, ходят экипажи из двух селок, которые сеют кукурузу сорта МАС-37В. Этот сорт французской селекции, очень высокое содержание клетчатки, каротина и сахаров, очень хорошо силосуется. Это для нужд фермы. Вот. А на соседнем поле происходит сев еще двумя сеялками кукурузы зерновой, сорта «Оксиджен». Все в хорошем настроении, механизаторы, все как бы в боевом настроении. Работа кипит. С 20-25 апреля начнется сев риса. Ситуация с коронавирусной инфекцией и введением ограничительных мер никак не сказались на работе районных аграриев. При благоприятной погоде весеннюю посевную кампанию планируется закончить до 1 мая.